пятницу, 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в конференц-зале РГУ имени Есенина стартовал конкурс студенческих проектов «Моя инициатива региону». В этом году в конкурсе примут участие более 140 студентов различных факультетов. На суд экспертной комиссии было представлено 54 проекта. Как известно, мероприятие проходит уже не первый раз, и я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие по качеству и по тем эмоциям будет не исключением из правил и будет только лучше, больше, как говорилось раньше, быстрее, выше, сильнее. Да? В этом году в конкурсе участвует более 140 студентов нашего университета, всех факультетов и институтов. Было представлено 54 проекта. Наибольшее количество проектов представили физико-математический факультет, 12 проектов, вкупе 47 участников этих 12 проектов. Факультет социологии и управления 12 проектов и факультет истории и международных отношений 10 проектов.